6 человек получили осколочные ранения в результате взрывов на оружейном складе в Азербайджане. Это произошло в поселке Гилязи. По информации Минобороны страны, на складе случился пожар, потом начались взрывы. Несколько снарядов попали в жилые дома. Из-за этого перекрыли магистраль Баку, граница России. Сейчас эвакуируют жителей близлежащих населенных пунктов. На месте работают пожарные бригады.